playoff time, first game at home, it's always difficult. A lot of pressure, huge expectations, we need to win. It's always our game. Today, really strong defense, good going, big game, and the whole team worked together with a big hard hand. That's why we deserve this game. Первая игра после перерыва, я имею в виду официальная. Сегодня команды проявили характер, проявили самоотверженность, и ярким примером Миша Науменко. Вау! Мужики, на самом деле, я думаю, каждый, кто здесь сидящий, я думаю, также садился бы, ловил. Это то самое время, когда надо жертвовать собой. Поэтому все молодцы, все.